Вы знаете, самп, возможность там скачать лаунчер, все вот эти прочие, возможно, какие-то вещи. И сейчас он все это в один день решил выпустить, просто чтобы чуваки такие, можно будет, знаете ли, текстом не говорить и не писать вообще текстом, и чтобы все выйдет, я, возможно, даже скачаю этот лаунчер, возможно, еще что-то такое подобное будет. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы можете подумать, что это нормально, что это, знаете, в порядке вещей, и то, что Андрей Ринга, возможно, встал на путь исправления, возможно, он наконец-таки, знаете ли, посмотрел видеоролики людей, которые там записывали все про него, возможно, мои видеоролики, возможно, видеоролики Ангела Касада, возможно, и еще какие-то видеоролики он посмотрел и сказал, мол, вы знаете, я... Ну, в самом деле, я вот, ну, я, если честно, не знаю, но вот я сделаю это. И сделаю это, знаете как, в один день. То есть, чтобы все вообще обновления, там, знаете, которые я делал год, может быть, 2 года, может быть, 3 года, 4 года, я их все сейчас выпущу в один день, чтобы вы вообще охуели и такие, типа, все свои слова забрали назад. И сделал он именно это. Почему? Как? Для чего? И самое главное, самый вообще вопрос у меня, нахуя? Сегодня мы все обсудим. На самом деле, я уже давно рассказывал о том, что абсолютно всем GTA самп серверам, которые там находятся вот во всем этом топе мониторинга, им нужен свой лаунчер для того, чтобы если там, знаете, Калькор что-нибудь учудил, какую-нибудь хуйню опять, знаете, там отключил самп, возможность там скачать лаунчер, все вот эти прочие, возможно, какие-то вещи, и все в этом роде, чтобы у чуваков был какой-то, ну знаете, ну чтобы какая-то подушка безопасности была или вроде того. И вот, Advanced Roleplay выпускает свой лаунчер. Я, если честно, когда вот только какие-то заголовки читал, я думал, что это опять слухи, что ничего не будет, что это какие-нибудь, знаете, наработки там фанатов, что это какие-нибудь предложения на форуме, все прочее, но запостили это уже все. И насколько я понимаю, информация, ну, официальная. И понимаете, в чем дело? Андрей Ринга, он, видимо, решил всех затроллить. Такой, типа, знаете, вот строит из себя такого дебила, вот прям долбоеба, который там ничего не может сделать, который там не то, несё вот это вот, и типа, и сейчас он все это выпускает. Обновление, которое он, видимо, делал, я там, не знаю, с 2012 года, с 2013 года и со всего прочего, и сейчас он все это в один день решил выпустить, и просто, чтобы чуваки такие, блять, а Advanced Roleplay-то вроде что-то делает, и вроде там сейчас не спа-центр, да, вроде бы там никакие не деревья, ни что-то такое, и вот сейчас, я так полагаю, если зайти на Advanced Roleplay, то можно прям не узнать проект, хотя я не знаю, я не заходил, и заходить, разумеется, не собираюсь, для чего? Это, знаете, честная журналистика, мы никуда не заходим, мы такой, знаете, поверхностный взгляд такого человека, который только вот все это увидел и такой, типа, ну, наверное, оно неплохо, да? А может быть и плохо. Непонятно еще, как весь этот лаунчер будет работать, будут ли там какие-то дополнительные модификации установлены, все прочее. Разумеется, я уверен, что голосовой чат они уже в скором времени введут и такие, типа, вот, голосовой чат, да, то есть вот там всем привет можно будет сказать, можно будет там какие-то прочие вещи делать, можно будет, знаете ли, текстом не говорить и не писать вообще текстом, и чтобы человек мог понять тебя, знаете, по голосовому чату, чтобы все у всех было хорошо, потому что на Arizona RP вот, допустим, добавили этот самый голосовой чат, и им там мало кто пользуется, вот редко можно увидеть людей, которые пользуются голосовым чатом, при том, что это замечательная вообще возможность, это замечательная вообще вещь, и то есть, ну, в самом деле, и вот на Advanced Roleplay, скорее всего, тоже веду там, знаете, голосовой чат, то есть, понимаете, лаунчер это предлог для того, чтобы ввести какие-то вот эти вот новые вещи, возможно, они его просто, знаете, на всякий случай, мало ли что, да, произойдет с официальным клиентом GTA Сампа, а людей всегда нужно держать, знаете ли, у себя где-то там, вот ту аудиторию, которая осталась, ее нужно держать, и вот, вот так вот, разумеется, когда вот только оно все выйдет, я, возможно, даже скачаю этот лаунчер, возможно, еще что-то такое подобное будет, но, понимаете, я думаю, что вот в этих во всех лаунчерах, там, и Arizona, RP, и Advanced Roleplay, они такие, знаете, будут конфликтовать между собой, такие, типа, слушайте, а у вас на компе установлен вот лаунчер Arizona RP? Ну, не особо бы это, конечно, хотелось, потому что вы должны играть только на Advanced Roleplay, там, знаете, лаунчер Advanced Roleplay все это удаляет, а лаунчер Arizona RP, у него тоже есть
есть, знаете, такая функция, и он тоже удаляет вот Launcher Advanced Role Play, и ты сидишь, типа, без всего, такой, типа, блять, а что делать? Типа, а что, в смысле? Не понял вообще. Но это, разумеется, все мои предположения, какие-то мои выдумки, вот, все прочее, потому что, ну, я просто был вот в культурном шоке, вот в культурном вообще ахуе, вот если вот так можно сказать, когда увидел все это, потому что, чуваки, в самом деле, ну, что это такое? Это Advanced Role Play, серьезно? Вы столько всего выпускаете? Блин, Андрюха, ты кого там нанял вообще? Ты что сделал-то такое? Разумеется, что надолго этих обновлений не хватит, через месяцок, через 2 месяца, через 3, возможно, месяца, все уже привыкнут, такие, типа, Андрюха, ну давай, в самом деле, нужны какие-то новые обновления, нужно все новое, а то все уже такое, знаешь, старое, на всем мы уже успели поиграть, все мы успели протестировать, а ты тут опять со своими вот этими вот старыми всеми штуками, ну кому это интересно, Андрюх, кому это надо, поэтому давай, выпускай уже какие-то нормальные вещи, и мы уже все, так, знаешь, спокойненько поиграем, поэтому вот, давай, делай, выпускай, а он такой, чуваки, блять, вы же знаете мою тактику, подождите, 4, там, знаете, или 5 лет, я все выпущу опять в один день, и все будет хорошо. Онлайн, правда, еще, возможно, сильнее упадет. Тем не менее, делитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по поводу Advanced Role Play, что вы думаете по поводу всего этого лаунчера, всех вот этих вот прочих вещей. И, ну, ставьте лайки, может быть, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Кстати, я играл на проекте Arizona Role Play Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи по типу моего телеграм-канала. Все это находится в описании. Заходите, подписывайтесь. Всем до свидания. Ну да.